Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами устройство Samsung A12s. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на этом телефоне настроить уведомления. Делается это в настройках, поэтому мы переходим в настройки. И в настройках ищем уведомления, так и называется данный пункт. Переходим, после чего мы видим очень много разных настроек уведомлений. И сейчас мы по каждому пройдемся. Во-первых, у нас есть стиль всплывающего уведомления. Мы можем видеть краткое содержание в всплывающем уведомлении, а также подробное содержание. Вы выбираете, какое хотите. Также мы можем здесь настроить, какие приложения могут присылать нам всплывающее уведомление и параметры всплывающего уведомления. Дальше тут есть пункт «Недавно отправленное». Мы к этому вернемся в самом-самом-самом конце. Давайте пройдемся дальше до пункта «Дополнительные параметры», где мы можем видеть, сколько значков оповещений в строке состояния. То есть вот здесь вот сверху мы будем видеть. То есть если у вас тут будет много уведомлений, то они все будут высветлены здесь. Но в моем случае будет высветлено только 3 уведомления вот тут сверху. Мы можем выбрать все или можем ни одного. Также хотим ли мы видеть в правом верхнем углу процент зарядки, но это вообще никак к уведомлениям не относится. Дальше у нас есть журнал уведомлений или же история уведомлений. Она работает, ну, как история поиска сайтов в Chrome, только здесь будут показаны уведомления, которые вам присылали. Если вы какое-то пропустите, то вы сможете посмотреть его здесь. Дальше беседа, это не очень интересный пункт. Пропускаем его и идем к плавающим уведомлениям. Это прикольная штука. Вы можете взять ваше уведомление, перетащить в любую часть экрана, и оно у вас здесь будет висеть как плавающее приложение, если вы знаете, как включать приложение в плавающем окне. Дальше у нас есть пункт подсказки действий и ответов для уведомлений. Здесь мы также можем поставить галочку или убрать ее, и таким образом включить или выключить данный пункт. Напоминание об уведомлениях. Если мы никак не реагируем на данное уведомление, нам напомнит еще раз о нем. А также индикаторы уведомлений на значках. У меня сейчас на телефоне нет никаких уведомлений, поэтому я не могу вам показать, как это работает. Но у вас возле приложений будет показан индикатор, что у вас есть какое-то уведомление от данного приложения. После чего мы возвращаемся назад и переходим к недавно отправленным, что мы видели в самом начале. Здесь у нас есть последние... Давайте выберем все. Вот так вот будет проще. И теперь мы видим все приложения, которые могут присылать нам уведомления. И здесь мы можем настроить, к примеру, давайте выберем какое-то приложение. Я обычно выбираю Chrome для примера, потому что здесь больше всего. Во-первых, мы можем включить или выключить полностью Chrome на нашем телефоне. Точнее, не Chrome, а уведомления от Chrome. А также, нажав не на галочку, а на сам Chrome, мы попадаем в подробные настройки уведомлений от Chrome. Точно так же мы это можем сделать с Facebook, не знаю, с Galaxy Store, Galaxy Tabs и разными другими вариантами. То есть мы здесь настраиваем это как только хотим. И на этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, то пишите их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!